Компания «Фудсервис» представляет вашему вниманию механический пресс для изготовления конусов для пиццы КП-1-150, разработанный и изготовленный украинским заводом «Киеве». Данный аппарат производительностью до 60 конусов в час отличается надежностью и простотой в эксплуатации. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Верхняя и нижняя формы выполнены из алюминиевого сплава и покрыты антипригарным тефлоновым покрытием. Размер выпеченных конусов имеет высоту 15 см и диаметр 6,5 см. Пресс имеет рычажную систему, специальную направляющую для точной центровки форм и фиксатор верхнего положения. Панель управления состоит из кнопки включения питания, регуляторов температуры нижнего и верхнего тенов и индикаторов, которые информируют оператора о работе нагревателей. Работает аппарат от сети 220 вольт и имеет максимальную мощность 600 ватт. Для изготовления конусов необходимо задать температуру нижнего нагревателя 190-200 градусов, а верхнего 180-190 градусов соответственно. Затем опустить верхнюю форму для достижения заданной температуры. Как только индикаторы погаснут, необходимо поднять верхнюю площадку пресса и положить продолговатую тестовую заготовку в нижнюю форму. Затем опустить верхнюю площадку пресса и слегка прижать. Уже через 1-2 минуты, в зависимости от требуемой степени пропекания конуса, необходимо поднять верхнюю площадку, зафиксировать ее положение и достать готовый конус. Как видите, основным оборудованием в технологическом процессе приготовления конопиццы является пресс, который формирует и выпекает конусы-стаканчики для последующего заполнения их начинкой. При покупке пресса мы предоставим вам рецепты теста и начинок, а также технологию приготовления конусной пиццы. В компании «Фудсервис» можно приобрести полный комплект оборудования для производства и продажи конопиццы. Витрины, тестомесы, печи, подставки, аксессуары и многое другое. Мы находимся по адресу: город Киев, улица Полковника Шутова, 9А, офис 124, компания «Фудсервис».